Всем привет, ребята! Вы на канале Ирочка Инфо. И сегодня я ищу себе подарок. Очень пушистого зайчика. Не знаю, что за зайчик. Ребята, она ищет... Брелок. Большой, пушистый, с большими глазами, да? Да. А есть здесь? Но, к сожалению, тут давай, не если... Да, так посмотри сперва, нет? А, вот тут на этой полке точно нет. Ой, смотрите, ребята, какие я прикольные подушки нашла. Знаете, такие маленькие-маленькие шарики? А что здесь? Что такие мягкие? Да, маленькие-маленькие белые шарики, они твердые. Это как антистресс-подушка. Есть такие котики, есть такие совушки. Они все такие? Да. Ай, какие прикольные. Котики и совушки. Такие разные расцветки, прикольные очень. А еще, ребята, тут очень много разных... Очень прикольных мишек, а еще там смешарики, смотрите. Крош и Сабунья. Это смешарики. Там Рарити из Пони Билл. Вот. Рарити. Тут очень прикольно. Так, Ирочка, объясни мне еще раз, что вот мы ищем. Этот зайчик, это что, брелок или что? Это брелок. Маленький он или какой? Есть и маленькие, есть и большие. Ты какой хочешь? Ну, какой примерно он? Примерно вот такой. Такой брелок? Такой брелок? Да. И где ты хочешь его зацепить? На рюкзак или не знаю куда. На рюкзак? Да. Смотрите, ребят, кто знает такие игрушки, у которых глаза очень мини-мяшные, а внутри глиттер разных цветов? Не знаю, не разбираюсь. Динозаврики. Ребят, ну тут очень большое количество разных игрушек. Вот еще смешарики, еще там пони. Очень круто. Я просто обожаю. Я любитель мягких игрушек. Кстати, вот у меня есть такой бегемот, только маленький. Еще тут... Ой, мини. Это мини. Может, здесь есть этот брелок? Тут нет. Я не могу понять, что за брелок. Честно, ищет ребята Ира. Напишите в комментарии, кто понял. Что за брелок она ищет? Зайчик с большими глазками. Нет. И он цепляется на рюкзак, да? Да. Нет. Все не то. Может, тут? Где? Нет, тут рюкзаки. Это ты хочешь себе подарок на Новый год? Да. Этот зайчик? Да. Давай еще, если не найдем то, его, берем его. Возьмем. Не то, не то. Все не то. Где зайчик? Нету. Может, пойдем в другом еще в магазин посмотрим? Не знаю. Так давай будем еще искать. А что делать? Я не знаю, где такие зайчики можно найти. Сама не знаю. Так и что будем делать? Будем искать еще? Будем, конечно. Я очень хочу этот зайчик уже давно. Ну все, давай будем искать. Давай. Ирочка, что такая грустная? Из-за того, что не нашли зайчика? А где ты сейчас была, смотрела игрушки? Там какие игрушки были? Там мягкие тоже. Тебе ничего не понравилось? Не понравилась только одна подушечка. И все. Но ты хочешь зайчика, да? Да. Ага, не расстраивайся. Смотри, что мама придумала. Так. Ага, что у нас тут такое есть? Есть блокнот, достаточно, хватит, держи, ручку держи, знаешь что, давай напишем письмо Дедушку Морозу. Точно, я у него попрошу. Так, молчи, не говори, что ты у него попросишь, а то это не сбудется, хорошо? Так, пиши, Дедушка Мороз. Может, дорогой дедушка? Любимый Дедушка Мороз. И вот Андрюша тебе диктует, как писать. Дедушка да. Итак, все. И думай, что будешь писать и что ты будешь у него загадывать. Хорошо? И это обязательно сбудется. Ты самое главное напиши письмо. Напиши письмо. И мы пойдем в почту и отправим его. Напишем крупными Дедушку Морозу, и он получит это. Давай, ты пиши. Что, доча, получается? Да. Ты только не должна никому не говорить. Не скажу до утра.
Не скажи никому. Потому что желание не сбудется, если ты скажешь. А вот да, и наш да. Андрюша. Вот и мы пришли поддержать Андрюшка. Нашу Ирочку. Она очень расстроена сегодня. То, и мы зашли выпить чай, потому что ей на улице очень холодно. И ждем вот наш заказ. Да, мы сейчас ждем заказ, нам принесут наш чайчик. Да, Андрюша. И Ирочка пишет. Ирочка пишет письмо Дедушку Морозу. Какой подарочек она хочет, чтобы Дедушка Мороз ей принес. Она весь год была послушной. Кстати, ребята спрашивают, как Ира закончила полугодие. Ира закончила на отлично. У нее все пятерки. Нет ни одной четверки. Умничка. Еще ее ждет подарок и от родителей, конечно, за ее послушание. Пишешь? Ирочка, только немного, это тебе не сочинение. Да. По литературе. Пиши дедушку, что именно ты хочешь. Да. Какой подарок? Я написала один подарок. Просто ну, один подарок, да. Один подарок пиши. И что, ты все? Хочешь подарок? Да. Так, а нужен для этого конверт? Тогда мы сейчас, если отправимся на почту, сразу там у них можно купить конверт. А, купим конверт да. оттуда, да? Да. Положим конверт и отправим. А давай. Ну, собери красиво. Ну, покажи, написала, да? Да, написала. Она его сложит. Да. Угу. Сложи его. Давай, складывай. Как ты хочешь? Домик. Домик? Вот так. Вот и все. Готово. Это домик разве или кораблик? Это, по-моему, кораблик. Это кораблик. И сейчас нам для этого нужен конверт, да? Да. Конверт. Идем, берем на почту конверт сразу и там уже отправим, да? Да, и оттуда отправим с почты на месте. Покупаем конверт, вложим в конверт и напишем крупно. Дедушку Морозу. Так что, побежали на почту? Побежали. Поскорее. Ирочка, давай. Побежали. Давай, выпьем чай и побежали. Да. Давай, чтобы не закрылась почта, чтобы успела. Точно. Давай, давай, да, да. Все, готово? Да, тут да. наше письмо, Ирочка. Так, Дед Мороз от давай. Ирочки Инко. Дед Мороз так, от скажи. Ирочки. Давай, идем. Так, давай. Снимай эту штучку, заклеивай. Так. Нажимай. Все, еще плотно заклеилось. Еще раз загадай так, желание. Еще раз загадай, закрой глаза. Закрой глаза. И думаешь, и верь в этом, чтобы Дед Мороз да, получил дай Бог, это. Да, дай Бог, чтобы это все сбылось, и ты поскорее получила на Новый год, получила свой подарок. Стой, стой, не торопись, не торопись. Все, раз, два, три. Три. Ура! Ура! Все. Ребята, если вы верите в Дед Мороза и ждете подарков, напишите нам обязательно комментарии и верьте в это, потому что все мечты сбываются. Ребята, всегда-всегда под елкой меня ждал подарок. А сегодня она решила попросить именно что-то особенное, то, что она хотела давным-давно, да? Очень давно. Но никто об этом не знает, посмотрим уже, когда получит Ира подарки. Принес ей Дед Мороз тот подарок, о котором она мечтала. И только я буду знать, что за подарок я хочу. Ну, пока ты только знаешь. Пока только ты знаешь, потом же нам расскажешь. Если придет твой подарок. Самое главное, мы хотим пожелать ребятам, Ирочка, чтобы они верили. Потому что я, когда была маленькая, тоже очень-очень верила и надеялась. Если вы будете верить и хотеть сильно-сильно свой подарок получить, то все у вас получится. А ну, возьми Андрюшку пока. Пока. Ой, смотрите, как он перевернулся. О. Он слазит. А ну помоги, Ирочка, маме, держи коляску. Вот так. Вот так. Андрюшка тоже хочет подарок от Деда Мороза, да? Да. Ребята, а я очень, дай ему кусочек булочки, Ирочка, отсюда. Дай ему кусочек. Я очень жду Деда Мороза и очень хочу, чтобы мое письмо до него дошло. Осталось всего пару дней до Нового года. И вы, ребята, и все мы будем все дети получат подарки и посмотрим, тот ли подарок получит Ирочка, Дед о котором Мороза... мечтала. Ой, Андрюшка тоже хочет попросить у Деда Мороза, но он тоже скоро вместо напишет. Андрюшки напишет папа. Да. О, куда он идет? Мы идем на почту, еще один конверт купим. Еще один для конверт Андрюша. Для Андрюшки. Поэтому, ребята, обязательно верьте, верьте в чудеса, загадывайте желания, отправляйте письма Деду Морозу, и вы тоже получите подарки, и ваши мечты сбудутся. Потому что, ребята, должны вы знать, что Новый год – это просто какая-то магия. Да, когда Новый год, это значит, происходят чудеса, да. и ваши мечты могут сбыться. Это да? самое магическое.
Магический праздник. Да, это самый магический праздник. Даже были случаи, что ребенок просто шел по дороге и хотел какой-то подарок. И родители ему говорили, что у нас нет денег, и мы не можем позволить тебе подарок такой купить. И просто чужой человек проходил мимо, услышал и купил ребенку этот подарок. Круто! Вот что означает Новый год. Вот что означает доброта. Да. Ребята, а вы не забывайте писать в комментариях. Вы верите в Деда Мороза, и вы уже написали письмо для Деда Мороза. Если нет, то садитесь, берите листочки и ручки и скорее пишите, что и какие подарки, да, вы себе загадали, ребята, обязательно напишите. А еще могут ребята написать, как вы думаете, может, они ее отгадают, что Ирочка написала Деду Морозу, может, ребята и отгадают. А я вам буду отвечать. Да, на комментарии. Кстати, ребята, те, кто в России и на Украине, пожалуйста, напишите, с какого числа у вас каникулы и до какого числа. У нас Ирочка выходит 9 января в школу, да? Да. А вы напишите, у вас какого числа начались каникулы и какого числа вам в школу. Нам будет очень интересно узнать. Ребята, а если вам понравилось это видео, то ставьте много-много лайков. И не забывайте подписываться на наш канал Ирочка Инфо и нажимать на колокольчик, чтобы вам приходило уведомление. Всем до новых встреч! Пока-пока! Пока-пока! Есть такие котики и есть такие совушки. Они все такие? Да. Ай, какие прикольные. Котики и совушки. Такие разные расцветки, прикольные очень. А еще, ребята, тут очень много разных, очень прикольных мишек. А еще там смешарики, смотрите. Крош и Сабунья.